Среди прочих антиправовых норм, которые у нас усиленно усеивают законодательство, как коровьими лепешками, появился еще и закон об оскорблении чувств верующих. Любопытно, что в Российской империи, государстве, которое позиционировало себя именно как христианское, такого закона не было, как и самого понятия чувств верующих в законодательстве. Там были жесткие статьи за конкретные деяния, типа, например, кощунство или святотатство. А вот этого не было. И почему? Потому что там были законы, а у нас поводы для посадок.